Доброе утро. Мы уже на пляже. Несмотря на то, что вчера был огромный праздник здесь, все уже чисто, убрано и культурно. Видите, все какие-то машины, вот все. Вот там должно быть очень много мусора, но все убрано и нигде ничего нету. Радует. Я сейчас прогуляюсь с Чарли. Вообще сегодня день такой замечательный. Смотрите, какое море. Вообще не видно, сливается с этим, с небом. Пускай прогревается. И уж на этой неделе я точно попаду на пляж. 100%. Пока не спешу. Вы знаете, когда море под боком, не особо так и спешишь туда. Я раньше не понимала местных жителей, как можно не купаться, допустим, уже в июне там. Я помню, первый год чуть ли не в мае, в начале там уже бежала на пляж загорать, купаться. А со временем уже, так как оно там и никуда не денется, как-то хотелка уже отпадает. Купаться там или еще что-то, знаю, при том, что вода ледяная. Особого желания купаться-то и нету, а загорать я не люблю, как я вам уже сказала. Лучше вон на крышу поднимусь, 15-10 минут полежу. А раньше, да, вот первые года я прям рвалась. Могла целыми днями лежать там и читать книжки. Сейчас что-то не очень. Так что очень даже начинаю понимать местных жителей. А туристы, ну а куда им деваться? Они же заплатили за это. Им нужно приехать, им нужно обязательно искупаться. А как же? Как иначе? А у нас оно будет до октября, даже ноября будет море, никуда оно не денется. Ладно. Чарли потерялся, собачка. Побежал в другую сторону. Хозяйку потерял. Смешной такой. У меня Чарли тоже так иногда делает. Вот видите, все убиралось вот этими машинами. Потому что вы не представляете размер, как говорится, праздника и сколько они, молодежь, грязи оставляет. Бутылки всякие. Ну, вы знаете, что я вам рассказываю. Все это убралось. Вот я сейчас погуляю с Чарли и поедем в Гранаду. Сегодня все закрыто у нас здесь. У нас в Салабрине, в Альмунекаре, в соседних в общем, всех городах, которые лежат на кости, скажем так, они празднуют сегодня. Так что, наверное, в Неваде, куда я собираюсь отправиться, будет больше народа знакомых, чем здесь. Обычно, когда выходные такие, все рвутся вот в Гранаду или в Альмерию. Ну, в Альмерии мне не очень нравится, не знаю почему. В Малаге мне нравится, очень туда далековато. А в Альмерию, не знаю, не приглянулся мне этот город. Как бы я ни пыталась. Ни Альмерия, ни Ракетас дель Мар. Здесь все рядом. Ну, как рядом, в часе езды. Вот Гранада нравится и Малага. Но, говорю, Малага далековато. Ну все, будем догуливать. Хорошо, что не жарко, знаете. Я была права. На дороге пипец, сколько машин ехало. Вообще прям страсть. Как будто в понедельник утром. И народу здесь тоже. Здесь все занято. Смотрите, ставила далековато по мне машину. Ну как? Я люблю оставлять машину прямо у входа. В этот раз это не удалось. Ну, доехала, и слава богу. Пойду сейчас в туалет схожу, чтобы уж налегке ходить. И все, и потом... Потом глаза пялить будем. Так, где у нас тут вход, выход? Вот там. Музычка играет, все как надо, все положено. Видите, я хожу по магазинам, в которых есть скидки, а в которых нет скидки, нет никакого смысла, потому что они начнутся на следующей неделе. Поэтому вот такие вот красные штучки мне очень нравятся. Поэтому я захожу только в такие магазины. Потому что вдруг мне что-то понравится в другом, и я не удержусь и куплю, а через неделю все это будет намного дешевле. Поэтому, чтобы себя не соблазнять, хожу вот по таким, где скидки. Такие вот сарафанчики модные. Вот, допустим, они стоили 35, сейчас 25.
халат такой. Мода, мода. Черт показал моду, а сам улез в воду. У меня бабушка так любила говорить. Сейчас посмотрим что-нибудь. И знаете, что я сделаю? Вот там у нас есть Меркадона. Я пойду там салат готовый куплю, который я люблю, Цезарь. И слопаю его в машине. Экономика должна быть экономная. Тот же самый салат наверху стоит 2-3 раза дороже. Зачем я буду переплачивать? Правильно? Я же человек умный. Я тут, правда, никогда не была. И мне еще молоко надо купить, все к одному, в общем, прикольно. Потому что на голодный желудок как-то не шопится. Я взяла салатик вот такой. Со всеми делами. Сейчас полопаю. Это соус йогуртовый. Хлебушек. Кофе. И макарон. Еще у меня там молоко, все это вышло у меня в 6 евро. Ну, в 5, если убрать макарон. А еще, если бы я не пришла пораньше, то вот эта машина мою бы машину покорябала. Как только я села, вот она тоже сама сумасшедшая. Там 2 было свободных. Зачем она сюда лезет? Так что вот так вовремя. Я буду кушать. Всем приятного аппетита. Вот такой вот бомж-пакет. Смотрите, у меня тут столик есть. Вот так кофе можно ставить. Свет, конечно, ужасный, но я не люблю кушать с кем-то, ну, одна. Ну, потому что как-то в ресторанах как-то не очень одной, да? Немножко назад уберем. Вот, и самый лучший вариант – пожрать в машине и отдохнуть. Всем приятного аппетита! Если вы не верите тому, что я говорила, здесь будет весь берег, то вот они. Это понедельник, друзья. Вы поняли, да? Блин, я хотела замороженным, там столько народу. Макдональдс. Везде очень много народу. Я сделала покупочки, кое-что купила. Все, сейчас приеду, вам все покажу. Не, я пойду в другое кафе мороженое. Я в очереди ненавижу стоять. Стоять и ждать, вы посмотрите. То есть на берегу у всех сегодня выходной. А чуть подальше, как говорится, уже рабочие. И вот вы смотрите, что творится. Это понедельник. Я обычно всегда езжу по понедельникам, потому что народу очень мало. Но сегодня столпотворение какое-то. Очереди на еду. Хорошо, что я поела с Меркадоны. Умная. В общем, все. Я сегодня быстренько управилась, не особо снимала. Скидок совсем нету почти что. Не, ну я все со скидками купила, но они очень маленькие. Вот, поэтому приедем уже с моими родственниками или там, когда на следующей неделе. Так, может, мы смузи взять. И когда начнутся уже нормальные скидки, это будет на следующей неделе, и тогда я уже вам что-нибудь поснимаю. А пока влог с покупками был буквально неделю назад. А что тут за мороженое? Пойдемте посмотрим. Хочу мороженое. Поэтому снимать одно и то же. Ой, Мансана Верде вон возьму. Зеленое яблоко. Блин, здесь дороже мороженое, чем у нас. Ну ничего. Пистачо. Что, маленькое взять? Или, может быть, нет. Оно может быть невкусное. Манго. Чоколадный бланко, чизкейк, мандарин.
Вот там что у нас? А, там у нас блинчики. Оля. Манзана верде. De 250. Sí. Так. No, la tarina de 250. La pequeña. В общем, все, беру. И пока дойду до машины, я его съем. Ням-ням. Очень вкусное мороженое с кусочками яблоки. Яблоко, я офигела. Обычно я всегда, вы знаете, всегда покупаю почти зеленое яблоко. Это, оно не такое кремовое, не такое жирное. А это прям яблоки натуральные. Вообще офигела. Смотрите, зато здесь пусто. Все едят. Вот я и приехала домой. За 40 минут доезжаю я до дома. Ну, я, правда, еду 140. Я не замечаю, как у меня сама педаль нажимает и вообще. Потом опомнилась, я включала, туда ехала, включила себе аудиокнигу. И иногда так смотрела на, как это называется, где скорость. И офигевала. Машина сама едет, я не виновата. Поэтому надо быть аккуратнее, нельзя так газовать, скажем так. Вот я любитель. Но главное, аккуратно надо ездить. Немножко далековато машину оставила. Здесь у нас обеденное время, и все дома находятся. Поэтому в 3 часа я уже дома, представляете? Моя рыба. Тимоя сладкая. Тимоя рыба. Видите? Титё. 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 А мы тётя? Си. Окей, Дина. Меня муж дома сейчас начнет ему объяснять, что я приехала. Такой шляпки, сейчас его как буду целовать. Слышите? Вот. Слышите? Когда, кстати, муж приходит с работы, я тоже знаю о том, как когда он на машине едет, он машину знает. И меня, мне сообщает. Вот, начинает завывать. Ляпа моя радостная. Все, сейчас попью чай, пить хочу. Сушняк. Та-дам. Ой, я, кстати, сегодня в платьишке. Белое платье на счастье надела. Думала, гадала, кому какое дело. Все-таки я прихватила эту юбочку. Она мне очень понравилась. Очень легкая, шикарная. Вообще такая прям на лето. Вообще она, как это, плиссированная, да? Сейчас вроде модно плиссированная. Майку ту зеленую я не купила. Денег не хватило. Но я сейчас пойду в Матрели у нас. А нет, сейчас не получится. У нас сегодня праздник. Завтра, ну или когда там на неделе, обязательно ее куплю, потому что она мне тоже очень понравилась. Вот с этой желтой тоже, смотрите, это как костюм получается. Но сильно нарядно, знаете. Это прям какой-то праздничный выход. А мне нужно на каждый день. Ну, прям она так играет, смотрите. На-на-на-на-на. Ой. И вот такую обувь себе купила. Я хотела что-то типа такого. Вот такая вот красивые. Они удобные очень. Видите? Ноги такие у меня все покусанные, покацанные. Ничего страшного. И такие вот удобные. Вот. Видите, красивые какие. Красота. Сейчас такие модные тоже. Я вся по моде. Такая модная девчонка, что мама не горюй. Вот. Если с маечкой одеть вот эту, допустим, юбку, то будет даже с этими шлепками очень хорошо. Вот такие дела у нас. Вот такие дела. Вот такие дела. Будет задувать и прохладненько. Она такая легкая, прям воздушная. И можно и на каждый день, и нарядная. В общем, мне понравилась очень такая юбочка. Я по ней ходила еще и думала о ней. Думала, думала, думала. А когда я думаю, то нужно брать. Но у меня есть вот такие босоножки веселые. Сейчас покажу. Я их в прошлом году покупала. Тоже в хороший магазин был. Было, вернее, он и есть.
Но в нем скидки не начались пока. Поэтому будем ждать. Будем ждать. А что ждать-то, уже все набрала? Уже все лишнее. Веселенькие такие летние. Лето. Ах, лето. Так что вот так. А, ну и шлепки в Примарк купила. Обычные сланцы. Представляете, я вчера на пляжке собиралась, а сланцы я свои не нашла. И я не знаю даже, где они есть. Прикол. Такие обычные взяла, 2 евро стоят в Примарке. Они тут типа блестят, видите. И все. На этом мои покупки закончились. Так что я думаю, что я съездила продуктивно, мне понравилось. Главное, что время провела, знаете, что дома. Дома все-таки завтра опять работа и все такое, неинтересно. Это разнообразие хоть какое-то. А сейчас дома буду, сейчас сериальчик включу. Потом опять с Чарли пойдем погуляем с моей рыбой маленькой. И все. И такие у нас дела. Ну, юбка, вот ее идешь и не чувствуешь, как будто ее нет на мне. А игла, но она не просвечивается. Поэтому все, шикардос. Да отдыхать. Сейчас иду. Тут девочка русская, я вам говорила много раз, что мы с ней здороваемся по-испански. А сейчас иду, она мне такая сама первая заговорила со мной. Говорит, ну и жара. Я говорю, так еще не жары, нет жары, она говорит. Ага, говорит, нету. Когда в конце недели 46 градусов передают. Я говорю, ну, будем на пляж ездить, загорать. И начали хвалиться своими загарами. Я говорю, я в шортах, вон, в майке, от майки, ну, в шортах, от загара, говорю. Она такая, и у меня так же, говорит, смотри, я майка, вот под майкой все белое. Я говорю, да, говорю, и очки. Она смеется, говорит, это точно, и очки. Так что, девочки, 46 градусов передают к концу недели. Иду, думаю, как мне с Чарли поступать. Потому что даже если в 7 будет слишком жарко с ним. Ну, буду ездить с 4 до 7 на пляж. А в 7 приеду, искупаюсь. Как раз будет время 8. Буду с ним ходить в парке. Здесь мы не будем, конечно, с ним ходить, потому что жарко очень. Ну и поздно, потому что у меня это занимает час с лишним ходьба. И до парка буду ходить. Ну, все-таки на пляже тоже буду плавиться же, да? Худеть, плавать, плавиться. Все время так мечтаю. Ну, все от еды, все от еды. Все жиры от еды. Ну, естественно, если спортом позанимаешься, то тоже надо заниматься. Ой, я сейчас... Ой, мой палец видно. Я забыла камеру, вернее, не забыла, не взяла, неохота сумку с собой носить. А сейчас вспомнила, у меня, не знаю, может, ветер дует. В сумке, ну не может, а точно. В сумке резинка такая, я руки ею тренирую. И там все осталось. Иду вот. И с девочкой этой поговорю, с девочкой, с женщиной. И вот решила вам сообщить, что к концу недели у нас 46 градусов. Чарли делает свои дела. Но завтра себе готовлю. Ай, будет у меня гречка с грибами. Сегодня вот сделаю, поджарю. Вот так вот есть лук, морковка, перчик. И грибочки поджарю. А завтра сварю гречку, все это смешаю. И будет мне такая гречка с грибами. Что-то мне захотелось. У мужа просто есть еда. Я ему сегодня достала, он что-то не поел. Конечно, он себе сделал бутерброд. У меня же всякие чурисо, буриса есть. Вот. Кстати, йогурты так и лежат. Не едятся. Забываю про них. Если бы любила, то поела бы, а так. А у меня, посмотрела, есть ли гречка, то может, знаете, я тут распинаю, что гречка будет, а ее и нету нифига. Есть. Промою завтра и сварю себе. Будет такая вкусняшка у меня. Гречечка. Я уже в душ сходила на улице. Так жарко. Там передают прям жару. Все.
вся пришла мокрая, быстрее душ бегом. Прохладный, так классно. И вот полежала, посмотрела видео и думаю, сейчас надо мне сварить, сварганить на завтра, чтобы прийти с работы и вот только греть. Гречка, она быстро варится, 20 минут, да? Пока я буду переодеваться туда-сюда, я ее в роботе сварю. Она очень классно там варится и не переваривается. А потом просто смешаю, да и все. Как вам такая идея? Вкусно же? Как вы готовите гречку? Я читала в интернете, очень часто готовят именно вот с грибами. Я вспомнила, что у меня грибы в заморозке лежат. Ну, что бы мне не сварганить. Чай сейчас поставлю на ночь. И все. И вот такие вот у меня будут вкуснятина. Обнаружила у себя помидоры, сделала гаспачо. Ну, пока уже помидоры порезала, поняла, что у меня нет чеснока. А гаспачо без чеснока это не гаспачо. Я тут уже сажусь монтировать. В общем, завтра опять ехать в магазин за чесноком. Потому что гаспачо без чеснока это что? Томатный сок. Вот такие дела. Такое ощущение, что у меня спина сгорела. Хотя где она мне? В торговом центре? Хотя я сегодня находила 14 километров, представляете? Чарли спит, он устал. Ай, подглядывает. Не буду с ним общаться, а то сейчас прибежит целоваться. Буду с вами прощаться до завтра. Я себе там чай уже заварила. Буду монтировать. И встретимся с вами завтра. У меня уже есть клиенты на завтра. Вообще, эта неделя обещает быть продуктивной. У меня есть там по записи и на вечер. То есть, после обеда. Сейчас типа выпускных начались. Ну да, выпускные. Поэтому у моих же клиенточек есть дочки учащиеся. И вот у них выпускные. Так что будем работать. И вы тоже работайте продуктивно. Поменьше работы, побольше денежек. Мечты сбываются. До завтра. Всего самого лучшего. И пока-пока.